После работы в секциях участники форума отправились на выставку «Белагра-2016». Она открылась сегодня на территории аэропорта «Минск-1». Свою продукцию на этой крупнейшей выставочной площадке представляет рекордное количество компаний – свыше 500 из 20 стран. Там сейчас находится съемочная группа нашего телеканала. На прямую связь со студией выходит мой коллега Евгений Пустовой. Итак, Евгений, расскажите, как презентуют свои возможности отечественные производители? Юля, это самый масштабный и увлекательный форум аграриев. Как говорится, никаких гвоздей. А гвоздями фестиваля здесь стали многие номера. Белорусские харвестеры – это такие длиннорукие лесорубы с стальным сердцем, с точностью лазерных технологий, забивали гвозди. А инновационных продуктов здесь с каждым годом все больше, как молока у белорусских коров. С выставки племенных буренок организаторы никогда в молоко не попадали. У посетителей всегда живой интерес к конкурсом коров. Но первый день выставки все-таки более с прагматичным интересом, о котором говорила и спикер Российской Федерации Валентина Матвиенко, и множество гостей. Давайте послушаем, о чем говорили участники форума. Основной партнер, конечно, зарубежный, это Россия, Польша. Также ягоду в свежем виде клюквы мы продаем в Англию. Сейчас работаем на перспективу с Германией, Италией. Мы напрямую трудим, все, конечно, мы связаны с Москвой. Оттуда они уже сами стараются, они покупают у нас нашу продукцию, где-то у них идет переработка. Белорусская клюква и брусника – ягоды, которые манят потребителей с разных стран и континентов. Кстати, именно Белагра открывает миру наши продукты. Одна на разработок ученых-аграриев до железных исполинов полей. Белорусская площадка становится своеобразной платформой для бизнес-контактов и крупных контрактов. Здесь более 1500 предприятий. Наш оператор даже успел снять переговоры на одной из первых сделок Белагра. Российская Иваново знаменита своими невестами и караваем. Вот давайте послушаем, о чем говорят наши гости. Сотрудничество, наверное, по торговой сфере, потому что я знаю, что у вас очень хорошая продукция, и у нас очень хорошая продукция. Почему бы не представлять свои интересы у вас на территории Беларуси? Белагра – это одновременная деловая площадка и яркий фестиваль. Среди этого хлебосолья сыр катается, как в масле, а белорусские мастера сцены здесь на коне. Найти общий язык деловых контактов легче всего под мелодичные народные песни. Давайте перенесемся в атмосферу сегодняшнего праздника. Белорусский летний фестиваль умело подогревает интерес к нашей отечественной продукции. В этом году на Белагра фермеры, бизнесмены и дилеры прилетели со всех сторон Евразии. Слово «прилетели» подходит к нынешнему форуму лучше всего, ведь сама выставка проходит на полях аэропорта «Минск-1». И белорусские аграрии надеются, что после этого «Белагра-2016» поднимутся на новые высоты. Юлия? Спасибо, Евгений. Напомню, на прямой связи со студией был Евгений Пустовой. Итоги этого насыщенного на события вторника смотрите в нашем вечернем выпуске.